Как только появились первые веревки, возникла необходимость их скреплять. Так появились первые узлы. Со временем они изменялись, использовались в работе, в качестве амулетов, оберегов. Они разрешались и запрещались. И сегодня это целое искусство. Макраме в переводе с арабского – тесьма, бахрома, кружево. Именно с такими материалами уже 4 года не расстается Виктория Майская. Оставив основную и весьма престижную работу переводчика, полностью погрузилась в технику узелкового плетения. Когда ты сидишь, делаешь переводы, ты все время в книгах, есть в переводах. И мне захотелось чего-то большего, творческого, делать своими руками. Мне всегда нравилась ручная работа. И мне казалось, что это нереально повторить, нереально сделать. Но как только я попробовала, меня уже не остановить. Интернет, мастер-классы, различные курсы. Этот вид прикладного искусства хоть и очень древний, но настоящих мастеров макраме – единицы. Родоначальниками и настоящими виртуозами плетения узлов были моряки. Существует более 4000 морских узлов. Для творчества хватит и 2, уверяет мастер. Основные узоры – это квадратный узел и репсовый. Это классика считается. То есть, если эти 2 узла освоить, в принципе, можно заниматься плетением макраме. Да. Полина, я предлагаю тебе показать узор. Квадратный узел. Освоив их, вы – повелители сумок, панно, ковров, салфеток, абажуров. Плетеные вещи сейчас на пике популярности. В ход идут веревки из всевозможных материалов. Рафия – это такая прессованная, в нашем случае здесь рафия такая прессованная, как бумага. Если ее развернуть и увидеть, что это на самом деле бумага. Она тоже бывает разных цветов. Из нее очень классно плести сумки, панно, вот как у меня здесь представлено. Предпочтение отдается природным материалам – хлопок, лен, целлюлоза и даже трава, из которой делается джут. Он как трава. Он прессуется под прессом и крутится, и становится уже, соответственно, той пряжи, которую мы с вами видим. Вот. Джут тоже бывает разного рода. Допустим, вот здесь сейчас идет джут. Он такой более легкий вариант. Он более идет крупная прессовка. От качества и вида веревки зависит, каким будет изделие. Шпагат позволяет нам делать бахрому на подушках, на макраме, вот даже гобелен. То есть все вот это то, что пушистое, это идет шпагат. Разобрались в узлах, материалах и можно приступать к творчеству. Виктория сама разрабатывает дизайн и может оформить любой интерьер. Но больше всего любит работать в своей маленькой студии. Здесь я тестирую свои ниточки, смотрю, как будет себя вести хлопок, шерсть. Вот. Это бердо. Здесь заправляется на станок нитки и ткется. Виктория уверена, качество и плетение никогда не выйдет из моды и со временем будет только развиваться. Ведь научиться этому может каждый, а изделия ручной работы обладают особой красотой. Стоит лишь приложить немного усилий, терпения и фантазии. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».